в шоу «Короли льда», которое было в прошлом сезоне в России, это, конечно, было настоящим украшением. Потому что настолько этот парень воплощение спорта, настолько он хорош, целеустремлен, добр, чист. Еще раз хочу сказать, что вот есть у нас Брайан Жубер в этом нашем фильме «Короли льда. Закулисье», который будет во вторник. Кто ценит закулисные всякие штучки интервью, посмотрите. «Однажды в Мексике» — короткая программа. Хорош, Брайан Жубер, прирожденный спортсмен, завел-таки зал, негодник этакий, своей дорожкой шагов. Молодчина, неоднократно и постоянно в своих интервью, в своих рассказах о жизни говорит о том, что я люблю соревноваться. И это при том, что вот он так нервничает, он ошибается. У него то, у него все. Он столько раз срывал свои выступления. Но он любит это дело. Он любит выйти и побороть себя. Побиться с другими. И он даже шоу раньше не очень любил. Ну, молодчина. Ну, Аксель. Бог с ним, будет этот Аксель. Четверной тулуп. Чисто, чуть-чуть недокрут, с тройным тулупом. Чисто, хотя хода не так много, но выглядело очень прилично. И, конечно, недокрут ему там не будут ставить. Там он совсем маленький такой чирик. Ну, просто не как у Плющенко, который всегда приземляется без
даже намека на какой-либо недокрут в четверном тулупе. Луц чисто, Аксель, к сожалению, переступил, и это было понятно еще, когда он отталкивался, немножко пошло не так. Ну, тяжело, так вот в начале сезона-то все исполнить. В прошлом году вы помните, что у него и того, и этого не было? Брайан Жубер. Вот он аккумулирует вокруг себя эту позитивную энергию, понимаете, и сразу вокруг начинается какая-то немножко такая же, вот эта вот собака мне очень нравится, там справа внизу какая-то бульдожка. Очень душевно, очень-очень-очень. Даже китайские телевизионщики не могли не обратить внимания. Вероник Гуйон. Вместе с ним его тренер Антонио Нахарро, один из известнейших специалистов в постановке латиноамериканских танцев в фигурном катании. Ну, я считаю, что вслед за «Однажды в Мексике», конечно, должен быть поставлен в какой-нибудь короткой программе Брайана Жубера фильм «Мачете», я считаю, чтобы уж окончательно подчеркнуть мужской образ в фигурном катании. Завел публику этой дорожкой шагов. Все сделал как надо и в стиле, и нет никакой, вот, как это называется-то, никакой ни надуманности, ни нафталин. Господи, что же вот в прошлом году преследовало Жубера? Что я даже слова не могу подобрать. Но что-то такое преследовало, что мне казалось, что вот, ну, ему... Даже как-то самому в этой программе неуютно. А, тоска, вот, отличное слово. 74 балла он получает, и, конечно же, если бы он был с Акселем, он бы Такахико Кадзуко обошел, но хотя...